около 1000 талантливых танцоров из 70 творческих коллективов Казани на одной площадке. В эти дни в столице 27-й Всемирной летней универсиады проходят репетиции и церемонии открытия игр. Само грандиозное событие состоится 6 июля на строящемся стадионе «Казань-Арена». Продлится мероприятие примерно 4 часа. Руководителем межведомственной рабочей группы по подготовке церемонии открытия и закрытия игр является мэр Казани Ильсур Метшин. Вчера, сегодня и завтра будут проходить сводные репетиции, которые мы вот сегодня сейчас участниками являются. А с 20 июня мы планируем уже на новом футбольном стадионе, на Казань-арене, уже приступить к генеральным репетициям со светом, со звуком, с декорациями и с другими. Но это будет, естественно, секретом для всех. За месяц отсеялось порядка 10% отобранных участников. Это нормально. И то есть это тоже, опять-таки, мировая практика. Конечно, со слезами уходят, но мы хотим добиться все-таки высокой планки профессионализма во всем. И в мастерстве, и в синхронности, и в других деталях. Легкоатлетический манеж центрального стадиона – площадка первой сводной репетиции. За процессом следит главный режиссер Алексей Сеченов, член Академии российского телевидения, обладатель премии ТЭФИ. Идет колоссальная работа по подготовке к церемонии. Однако режиссер так и не приоткрыл журналистам завесу тайны о том, что предстоит увидеть зрителям 6 июля. Постановкой танцев занимается главный балетмейстер церемонии открытия игр Жанна Шмакова. Все ребята талантливы и очень трудоспособны, считает она. Вообще, могу сказать, что у людей, живущих в этой стране, есть общие корни. Вот это не перестает удивлять. И какой-то один источник, откуда уже пошли разные стили и направления. Но источник один. Вот. У нас все хорошо, мы работаем дружно, любим друг друга, работаем много, все устали. Но тем не менее, мы очень подружились с ребятами. С нами работают лучшие коллективы Татарстана, Казани. Это и люди, которые самостоятельно пришли на кастинг и сказали, мы хотим обязательно в этом принимать участие. Это и государственные ансамбли, большие народного танца и современного танца. Как признался журналистом Ильсур Метшин, универсиада – это прежде всего сюрприз как для зрителей, так и для организаторов. Для постановки церемонии было проштудировано много литературы. Ну, любая церемония, в общем-то, к ней отношение организаторов всегда такое своеобразное, специфичное, потому что, в общем-то, с этого начинаются игры. Это некая такая прелюдия к тем спортивным событиям, которые идут после. И каждый из организаторов следующих игр, как олимпийских, так и универсиад, старается привнести что-то новое, что-то свежее, что-то современное. Вот. Наша церемония не обойдется. Будет и такое. Будут ряд ноу-хау, применены современные технологии. Вот. Но при этом, при всем, все же каждый организатор, каждая страна-организатор хочет показать именно то, чем знаменит этот край, чем знаменит непосредственно то место, где проводятся игры, чтобы еще раз, так скажем, на всю нашу вселенную, на весь мир показать, в чем же специфика и почему игры проводятся именно здесь и почему именно сюда нужно приезжать. Ирина Егоренко, Камиль Исмаилов, специально для Казан 2013.ру.